Умная система рекомендаций Яндекс.Музыки удивляет до мурашек. Попробую. Рекомендации моей волны в Яндекс.Музыке не перестанут вас удивлять. До мурашек. Привет, я Элиша, или просто Лиза. Я родилась в маленькой станице в Краснодарском крае и училась танцевать сама. Заниматься было негде, даже приходилось снимать гараж. Но если у тебя есть мечта, никаких преград не существует. Привет, я Артем. И 10 лет назад у меня появилась мечта – собрать свою команду. Сейчас Art Force Crew – один из самых успешных коллективов страны. А начиналось все с маленькой студии Воденцова. Меня зовут Реймон, и я не прошел кастинг новых танцев. Но я решил не мечтать, а действовать. И сделал дуэт со своей подругой. Мы танцуем разные стили, но сразу нашли общий язык. И из танцев родилось что-то большее. Я Ульяна, и мне 12 лет. Когда я впервые пришла в зал, я танцевала хуже всех. Зато теперь я солистка своей команды. Сегодня я выступлю в новых танцах, и я верю, что моя мечта сбудется. С вами я, Лиса Нутяшева. Это новые танцы на ТНТ. Разрешите мне сразу перейти к нему, к Азамату. Здравствуй, Азамат. Здравствуйте, Лиса. Азамат, ты впервые у нас. Да. Я знаю, что ты очень-очень любишь танцы. Очень люблю. Очень сильно танцую, сидя. Так почему только что ты к нам пришел? Сколько вы существовали? Слушай, этому есть две причины. Во-первых, то, что я побывал в гостях во всех передачах, где ведет твой родственник. Мой муж, ты про Пашу. Да, да, да. Угу. Во-вторых, ну и пришло время прийти уже к тебе непосредственно. И мне кажется, ты ведешь более инициативно. Спасибо. А во-вторых, я на самом деле большой фанат этого шоу. Слежу всегда за всем. Первый и мои две смотрел. Дочери сегодня здесь. Да. Мы аплодируем твоим дочкам. Как дочек зовут? Милана и Лиса. И они танцуют. И они танцуют. И они танцуют. Да, они занимаются в студии Мигеля. Имени Мигеля. Имени Мигеля. На проспекте Мигеля. Да, проспекте Мигеля. Да, как раз там моя. Метро Мигелевская. Да. Ну что, поехали. Я приглашаю первый дуэт на эту сцену. Привет. Привет. Расскажите, кто вы, что вы. Я о вас ничего не знаю, к сожалению. Меня зовут Сережа Лагунов, я из города Екатеринбурга. Меня зовут Юлия Никулина, я из Кургана, но теперь из Екатеринбурга. Как вместе давно танцуете? Мы танцуем 2 месяца. Отлично. Ну, можно мне как дилетанту легкий вопрос? 2 месяца вообще всего танцуете 2 месяца? Или вы до этого танцевали? Нет, я сказал вместе. А, вместе, все, понял. То есть вы танцевали, и теперь на 2 месяца больше танцуете, чем раньше танцевали? В общем, мы пришли на проект по соло. Что один, что другой. Так получилось, что я предложил сделать из нас дуэт. Как вариант дуэт. Не интересует. Ну и мы сделали дуэт, и он был мощный, и понравился, и мы здесь. Что у вас за уровень профессионализма, что вы вот так просто дуэт сделали? Все очень просто. На самом деле Юля не так давно у нас в ВКБ появилась, и она очень круто танцует локин. А у нас на Урале локерский клан есть, и я ее туда взял. Соответственно, Юля прокачалась по локингу, и мы очень быстро все сделали. То есть она идея творчества, а я техническая составляющая. И мы как бы инь-янь. А вот моменты притирочки там? Бывают. Конечно. Ну, это рабочий процесс. Да. А моменты какого-то, ну, какой-то, может быть, искры? Основная причина, почему мы вообще пришли сначала в соло, что Юлю, что меня перед этим бросили наши половинки. И мы пошли на проект, потому что хотели больше отвлечься от этого и заняться творчеством. Ну, а вы-то вместе или нет. Что? Мы? Да. Нет.
Прям не вот столечко? Нет. А если прям вот так? Чуть-чуть. Вот прям вот так хотя бы. Ну хотя бы. Вот-вот мы. Нет. Время вам даю до следующего интервью. Ух! Хорошо, все, справимся. Мы постараемся. Какие цели? Круто станцевать, всех выиграть и всем показать, какой крутой локинг. Ну и в целом мы. Угу. Танцевали для вас локинг. Мне очень понравилось. Спасибо. Азамат, как тебе? Слушайте, ребята, сложилось ощущение, как будто вы 3 месяца танцуете вместе. Серьезно, ну мне понравилось. Егор. Слушайте, вы классно танцуете, только я не уверен, стоит ли вам танцевать в дуэте. Потому что, мне кажется, по отдельности у вас бы получилось лучше, потому что музыку вы слушаете абсолютно по-разному на самом деле. И вы и тот, и другой в нее попадаете, но как-то не совсем вместе. Егор абсолютно прав. Были моменты, где вы действительно по-разному слышали музыку. Может быть, так оно и задумывалось, не знаю. Но, в принципе, вы органичненько смотритесь вместе. Ну, чуть-чуть надо подсинхроннее в некоторых слушайте, местах. Слушайте, всё. Что за занудство? Ребята первыми вышли и смотрите, что сделали. Они, по-моему, разорвали стол. Я за творчество, за танцы, за 2 месяца тренировок. А я за то, чтобы посмотреть следующую пару, и тогда мы поймем, насколько удачно вы станцевали. Здравствуйте. Привет, привет. Скажите, номер будет про обувь? Нет. Ну вот честно, смотрим мы на вас, и вот я лично не могу даже представить, что вы будете танцевать, в каком направлении. Мне кажется, Реймон будет весь танец пытаться наступить, а она будет... Уворачиваться. Да. Слушайте, а как давно вы танцуете вместе? 2 месяца. О! Пришел на кастинг в Екатеринбурге. Соло. Думаю, пойду крамп танцую, покажу, как крамп выглядит, ну, в моем представлении. Может, дуэт какой-нибудь? Никто не хочет, или все вообще не хотят? Ну, я могу вас спрашивать. Спроси. Я написал фэм свой, но ребята подумали, они все равно больше на батлы заточены, чем на сцену.
В итоге пришлось обратиться к Диане. Пришлось. Я танцую вок. Или high heels. Или contemporary. Все, кроме крампа. Вообще-то да. Все спрашивают, что мы танцуем. Я не особо могу ответить конкретно, что у нас получается, но что-то получается. Как работа вообще протекала? Нормально. Сложно. Визуально, конечно, как будто бы разное. Но все равно какие-то точки соприкосновения есть, поэтому вроде бы нащупали. Кучу времени проводили вместе, просто в зале тренили. Естественно, мы начали больше общаться. Ну вот, сейчас вместе находимся постоянно. 24/7. Из зала, потом на тренинге и так далее. Все время вместе. Я не думаю, что вы смогли, типа, в целом доходиться друг с другом постоянно, если бы нам не было друг с другом комфортно. Поэтому и меня все устраивает, мне все нравится. Мне тоже все нравится. Нет, я ее не заставляю так отвечать. Реймон и Диана только что выступили для нас. Звуки наши. Ну, я могу ошибаться, я просто не разбираюсь в стилях, хотя я давний поклонник шоу-танцев. Как будто бы этот стиль подразумевает, что можно ошибаться и это прячется, нет? Какой этот стиль? Типа я вот здесь что-то делаю, а мне без разницы, что делает он там. Главное, чтобы когда-то встретиться потом. Вот вы сами как оцениваете? У вас все получилось, что хотели? Ну, нет. Ответ правильный. Нам тоже так показалось. Но вы при этом не сдались, и это похвально. Вот, значит, с одной стороны, да. А с другой стороны, Мигель? Все равно не очень приятно видеть, когда у танцовщиков на сцене опускаются руки. Я понимаю, что мы там можем к чему-то придраться, я вот не мы согласен. Увидеть. Но вот чтобы это вот Азамат заметил, так вот совсем было. Потому что один момент был такой, что его прям видно было. И в тот момент, когда это не получилось, там прям вот так вот было. И после этого вы опять набирали темп. Потому что изначально вы очень хорошо начали. Никогда не допускайте этого. Но это все, нормально. Что не случится на сцене, мы об этом не знаем. Никогда. Вот. Это все ваше. Ну что, я приглашаю Сергея и Юлю сюда, на эту сцену, ваших конкурентов. Ну что, к решению.
Кэшбэк 10% на все до конца года. Закажите дебетовую Альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. О, Господи! Я думал, это у меня сердце так. Я волнуюсь, реально. Но я понимаю, что люди кладут на это свое время, какую-то свою жизнь. И очень тяжело принимать такое решение. Но слава богу, что я первый. И вот судя по тому, что я увидел, по тому, как вы подготовились, и одинаковые условия, выступление Реймона и Дианы мне понравилось больше. Мигель. Я точно так же могу сказать, что не то чтобы выступление, а номер Дианы и Реймона мне понравился больше, потому что в этом я видел какой-то сюжет. Это было не просто как бы комбинация. Что касается вас, ребят. Кроме хореографии, я там ничего не увидел. И самое главное, что я увидел, насколько вы разные. Хотя вы, в принципе, танцевали синхронно. Но вы растворились в танце полностью, и поэтому я даю вам. 1-1. Ну что же, финальное решение за Егором Дружининым. И у тех, и у других были шероховатости. Ребята, которые танцевали локинг, мне кажется, справились с волнением больше. А мы, к сожалению, видели, как вы растерялись, и мы же не знали хореографии. Мы не знали, как должно было быть. Вы, к сожалению, выдали сами себя, и все это передается лицом. Я, пожалуй, проголосую за тех, кто не столько исполнил хореографию лучше, сколько предложил более интересную хореографию. И это вы, ребят. Неожиданно казалось бы, ребята допустили ошибку, но вы все слышали. Что, красная комната сейчас будет? Наверное. Я думала, мы выиграем. Казалось, что Егор сейчас за нас проголосует. Я там стояла вот так, держала крестики. Да. Он такой вроде подводит к тому, что сейчас за нас, и потом... Открывай новые треки, которые тебе точно понравятся, с новой системой рекомендаций Яндекс.Музыки. А у нас сейчас соло, и я приглашаю первого участника на эту сцену. Как вас зовут? Меня зовут Леша, Лекс. Я из города Камень-Шахтинский, Ростовская область. Алексей, от какой фракции баллотируетесь? Я только хотел сказать, что фотографии знают. Танцевальная. Танцевальная. Изначально я занимался спортивной гимнастикой и в какой-то момент понял, что не могу дальше продвигаться в этом. И решил переключиться на брейкинг. Это мне очень-очень сильно понравилось. Я всегда хотел танцевать в кругу, и в какой-то момент все люди такие: «Вау, это очень круто!» Я всегда понимал, что я не хочу жить какой-то обычной жизнью, и танцы — это один из таких способов. Делал мастер-классы, обучал детей, но при этом искал способы удаленного заработка. Опа! Нужны стримеры там, в одной из платформ. В итоге начал вести эфиры и понял, что мне это нравится. Я испытываю удовольствие. Это то, что люди заходят, они общаются со мной. Кто-то меня поливает плохими словами. Кто-то говорит, что «Вау, какой ты крутой, молодец!» Кто-то кидает донаты, подарки. А я делаю то, что мне нравится. Я танцую, общаюсь, улыбаюсь, в барабан стучу. Класс!
Круто, Леха! У меня всегда вызывал восторг и уважение ребята, которые вот танцуют брейк-данс, правильно? Брейк-данс. Да, да. И мне очень понравилось. Круто. Хотел бы так же? Конечно, всю жизнь. У меня все для этого есть. У меня тоже тяжелая голова, и я могу легко переносить центр тяжести. Егор, что по танцу? Слушай, Лекс, ну ты красавчик. Я не знаю, у меня нет слов. Сначала, когда пошли вот эти нелепые, обычные традиционные гляделки, когда ты вообще никого не видишь на самом деле, зачем ты смотришь направо-налево, сначала делаешь какое-то очень серьезное лицо, как будто что тут не в порядке, где я оказался. Потом еще открылся дипломат, из него вывалился вот этот серпантин, и я подумал, боже. Но потом, что началось, я вообще не понял. Ну, я до сих пор на самом деле в себя прихожу. Это очень круто. Спасибо. Мигель, у тебя такой же спектр эмоций, как у Егора? Да, я единственное хочу сказать, добавить к этому всему, что спасибо тебе большое за музыкальность. Это большая редкость. Спасибо для брейкера, для брейк-данса, да. Можно я скажу еще? Давай. Сегодня тот день, когда мне исполнилось 27 лет. А мы тебя поздравляем. День рождения. Это лучший день для того, чтобы загадать желание. Леха, но если следующий участник выступит круче, чем ты, подарка не жди. Кэшбэк 10% на все до конца года. Закажите дебетовую Альфа-карту с вечным бесплатным обслуживанием. Ну что же, а я под ваши бурные аплодисменты приглашаю следующего участника этого батла. Ой, мама. Всем привет. Можно вопрос? А какой рост у вас? У меня рост 1,88 м замечательных сантиметров. Откуда вы, Иван? Итак, мне 25 лет, я из Нижнего Новгорода, и представлять я буду House of Mafia. Танцы — это вообще долгая история, которая существует в моей жизни где-то 17 лет. Начиналось это все стандартно, с какой-то эстрадной хореографии, классики и всего остального. Дальше потом, разумеется, стал появляться хип-хоп. Я пытался, конечно, пробовать, но очевидно, что с моими масштабами тела, с длинными вытянутыми руками, с длинным тонким корпусом качать было, ну, не особо удобно. А потом я один раз увидел вок, поставил ручки в линию и такой... Вот оно. Вог — это единственный стиль танца, который настолько уникальный и самобытный. Есть All Styles Battle, где участвует, ну, множество вообще различных представителей танцевальных стилей. Хип-хоперы, у которых бешеная амплитуда, брейкеры, у которых 353 тысячи трюков, и они все просто уничтожаются на танцполе. А выходит кто-то, кто танцует вог, на 10 секунд становится в позу, на него все смотрят и такие. И ты такой: я могу себе позволить, а вы, может быть, нет. Тут больше про внутреннее состояние, а не только про технику. Если ты не чувствуешь себя вок, то сколько бы ты ни тренировался, ты все равно, ну, не станцуешь хорошо. Потому что, ну, главное вот здесь чувствовать это.
Ну, я считаю, что я лучше. Больше энергии дал. И зал больше дал энергии мне тоже. Как тебе танец, Азамат? Интересно. Интересный танец, Иван. Видно, что вы занимаетесь. Ну, честно говоря, я не совсем понимаю, что оценивать. Вот в этом танце. Нравится, только, не нравится. Только вот память. И все. Я могу оценить только память. Память на количество движений? Память, вот как запомнить, что зачем. Ну, вот это и оно и есть, память, да. Память шикарная. Спасибо. Это тоже комплимент, наверное. Думаю, Азамат за меня отдаст голос. Мигель, тебе нравится? Да, мне очень сильно нравится, и мне приятно видеть то, что ваш дом всегда отличает вот такая чистота исполнения хореографии. У вас потрясающий контроль. Вы отлично знаете, что вы делаете. У вас, несмотря на ваш высокий рост, очень хорошие пропорции. И вы умело ими пользуетесь. Вы абсолютно геометричны. Я не хочу говорить о доме, я хочу говорить о вас. И все это ваша заслуга. Наверное, в том числе это и заслуга дома, но инициатива же ваша, и талант ваш, трудолюбие тоже ваше. И за все эти три вам 5. Спасибо большое. Спасибо. А я приглашаю Лекса. И сейчас тот самый сложный выбор. Два разных стиля и одно решение. Азамат, ну начнем с тебя. Хочу сказать, что мне понравилось оба выступления. Честно, вот кроме шуток, мне очень понравилось, что представитель дома мафия прославляет семейные ценности, как бы все в дом. Танец Лёши более консервативный. Поэтому я сделал выбор такой. Мигель, какой выбор сделаешь ты? Я понимаю Лёхин заряд на все то, что он делал, и это действительно достойно похвалы. Потому что для меня было музыкально, а когда музыкально, мне очень сильно нравится. А в то же самое время я понимаю, что сделал Ваня, и какой труд стоит за твоим танцем. В данном случае, наверное, я проголосую за сосредоточенность во время исполнения, потому что она меня захватила очень сильно. Егор, решай. Непростое решение, братцы. Я очень уважаю то, что вы представляете. И в качестве танцевального направления, и в качестве географии. Ваня представляет свой дом. А Лёша, я даже не слышал места, откуда ты приехал. И мне кажется, что все население твоего города должно тобой гордиться. Я проголосую, пожалуй, за того из вас, кто помимо танца очень бережно, тонко подходит к стилю. Это Иван. Проходит следующий тур. Очень неожиданно для Азамата. Вы видели его реакцию? Болел за Лёху. Азамат, ты не согласен с решением? Я не могу быть не согласен, потому что ребята более компетентны и профессиональны в этом. Ну, на твой вкус. Вот но ты телезритель. На мой вкус я, конечно же, не согласен. Не согласен. Конечно, не согласен. Ты оценивал сосредоточенность? Ну вот это практически то, о чем сказал Егор. А ты оценивал трепет? Нет, я стиль оценивал. А ты что оценивал? Напомни, пожалуйста. Я оценивал танец, ребят. Замылился глаз у вас, ребята. С
Смотри новые танцы, слушай «Мою волну» в приложении Яндекс.Музыки и делись треками, которые тебя приятно удивили в соцсетях проекта. Попробуй бесплатно. 60 дней подписки Яндекс.Плюс ждут тебя по промокоду «Music». Привет. Привет. Представься. Арс. Арсений. Арсений. Да. Откуда ты? Из Ижевска. Угу. Сколько тебе лет? Много. Много это сколько? 10. 10? Да. Ну давай, рассказывай все про себя. Сколько лет ты танцуешь? 5 лет танцую. А как так получилось, что ты вдруг на танцы пришел? Короче, после сада, возвращаясь с другом, он такой: «Го, пойдем там потренируемся, может быть, потом останешься». Я такой: «Ну давай, попробуем». Первая тренировка же вообще мне понравилась. И потом я начал ходить до такой степени, то, что я уже на танцах, на ТНТ. Понимаешь? Понимаю. Теперь танцы вот тут вот у меня. В сердечке? Я так понимаю, танцуешь ты? Хип-хоп. Я импровизатор. То есть ты фристайл танцуешь? Да, я фристайл танцую. Как ты оцениваешь свой уровень? Когда был мелким, я был на вот таком уровне. Меня так сильно прокачали, то, что я вот на вот столько поднялся. Но я могу еще выше. Я смотрю, такой ты уверенный в себе парень, да? Да. Да. Ой, бедные девочки. Какие планы на проект? Ну, я бы очень хотел до финала пройти. Блин, ты попал в такой большой проект, первая твоя большая сцена, и ты настолько уверен в себе. Да. А чё, зачем кипишевать? Просто супер. Я тебе желаю удачи. Спасибо. Я от тебя в восторге. Привет. Привет. Меня зовут Арс. Сколько лет? Мне 10 лет. 10 Вау. Лет? Вау. Блин, можно вопросы задать? Давай. Да ну это реально Азамат. Да ну офигеть. Ай, Мигель. Егор. Ну после того, как Азамат сказал, что он оценивает танец, я не поверил, что это настоящий Азамат, но приходится смириться. Давай станцуем? Конечно. Давай. Без проблем. Дети танцуют, я перестаю быть объективным. А когда так хорошо танцуют, это же очевидно, что это хорошо. И главное, знаешь, что классно? Классно, что ты абсолютно свободно себя в этом чувствуешь. Ну это же фристайл. Да. Просто по кайфу танцуешь и все. Все было супер.
Меня иногда смущало во фристайле то, что я видел, как ты думаешь о следующем движении. Это максимум. А то, так, что ему 11, тебя не смущает? 10 Поэтому... ему? Егор, Егор. 10 ему. Егор, 10. 10. 10. Понял. Ел. И это на самом деле единственное замечание. Это единственное, что убивало. Двигаешься ты отлично, музыку слышишь ты отлично, ты в принципе молодец. Но если ты еще будешь концентрироваться не на том, что ты хочешь сделать, а просто плыть по этой музыке, тогда все вообще удастся. Азамат? Ну вот, вот это вот все. И от себя хочу сказать, он так станцевал, что я теперь говорю: о, это же Арсений! Ничего себе! Ну что, мы провожаем Арсения, ты большой молодец. Спасибо тебе большое. Артист, что тут скажешь? Новые танцы, новое поколение. А кто же прячется за этой ширмой? Сейчас мы главную сцену, которую ты мечтала, ты представляешь, полгода ждала результат, и вот он, вот. Всем привет! Это не повторы. Чё? Это не повторы. Чё? Повторяю еще раз. Это не повторы. Хоть бы, хоть бы. Это совершенно новое. Да? Уникальное. Здесь теперь все другое. Только-только снятое. Наконец-то. И еще никогда не выходившее в эфир. Ты будешь лежать от счастья. Концерты. В воскресенье в 9 вечера. У меня трусики слетели. Премьера на ТНТ. Здравствуйте. Привет, привет. Меня зовут Ульяна. И что вы будете танцевать? Современную хореографию. В восточном стиле? Нет. Слава богу, спасибо вам уже сразу сходу за это, потому что в восточном стиле уже, если честно, поднадоел. Серьезно? Извини, извини. Я прям слышал говорить. Лиза, ты слышала? То есть лысые не надоели? Азамат! Азамат, для тебя лично. Восточный стиль. Восток хорошо. Им, видите ли, надоел. Ага. Заказали, им привезли, они поели, и надоел им Восток. Ульяночка, извини, тут немножко взрослые разговоры. Меня зовут Ульяна Буткевич. Я представляю город Белгород и танцую современную хореографию. Мне 12 лет. Уже занимаюсь как 7 лет танцами. Меня привели родители, я сама этого захотела. Когда я пришла в школу танца, там все были уже сильнее меня. Но мне было сложнее всего делать какие-нибудь акробатические элементы. Я помню, когда я не знала, что такое шпагат. Постепенно я их догоняла. Даже некоторых, может сказать, обогнала. Меня ставят в первую линию, ну, потому что я очень многого чего достигла и классно танцую. Самое главное – это взгляд, особенно первый. Дошла, села, сразу взглядом взяла. Моего тренера зовут Инна Александровна. Она очень талантливая, она меня научила очень много всему. Главное – круто станцевать, классно. Здесь и сейчас, в этом моменте. А все остальное будет. Все получится. Thank you.
встречу, потому что это было очень хорошо. Супер. Очень волнительно. Лучше бы я там была. Я не знаю. Это вообще очень сильно переживала. Азамат, как тебе танец? Ну, это очень сильный ребенок. Спасибо. Так уметь вообще контролировать свое тело, молодец. Скажи, а сколько ты занималась и где? 5 лет в моей студии. А что, где это, я занимаюсь? Что это за студия? Где растят чемпионов. Ну, передавай привет большой Белгороду и конкретно твоей студии. Скажи, что Егор Дружинин очень рад тому, что они растят вот таких чемпионов. Спасибо. Спасибо, Егор. Тот случай, когда, вот, знаешь, можно сказать о том, что слишком много хореографии, тут не скажешь. Все было в кассу, ты все сделала. Молодец. Спасибо большое. Тогда встречаем Арсения. Да. Наш маленький краш, смотрите. К решению. Начнем с Мигеля. Я желаю вам обладать такой же смелостью, которую вы обладаете сейчас. Потому что выйти на сцену в 10 лет с фристайлом и так свободно себя чувствовать не каждый сможет. Точно так же, как и с хорошо поставленным номером и сделать все на 200%. Нет. Браво вам, вы оба молодцы. У меня сегодня, наверное, для меня очевидный выбор. Я сделаю вот так. Слушайте, ну, у меня 2 детей. И вообще, просто выбирать между детьми, это самое вообще, для меня это самая слабая вещь. Я проголосую то, я с чего больше получил эмоций. Чуть-чуть больше, не намного. На 1, чтобы вам было понятно. Единогласно. Ульяна проходит следующий тур. А чего ревешь? Малышка, ты чего ревешь? Девочка моя, и ты ревешь. Господи, все ревут. Дайте я обниму вас. Дайте обниму. Арсений говорит, я, говорит, поговорить с тобой хочу. Давай, говорит, поболтаем. Давай, как мужик с мужиком, говорит, поболтаем. Не обошлось без разборок все-таки. Давай. Давай. Что ты мой сладкий? Давай тебя на сцену тогда занесу. Давай. Не расстроился? Ты очень круто выступил. Ты слышишь? Это было правда просто высший класс. Просто сегодня вот так. Печально. Но я приду, и вы меня увидите еще раз. Запомни мне вот это лицо с этой улыбкой. Запомни. Ну что же, дуэты. Я приглашаю первый дуэт на эту сцену. Это скрывать, я вас обеих прекрасно знаю, и многие знают. Для нового зрителя представьтесь. Меня зовут Кристина Кулакова. Меня зовут Юля Гафарова. И мы дуэт Кулакова и Гафарова. Вы обе были в предыдущем проекте. В каких сезонах? Я была в 7-м сезоне, в последнем. А я была в 4-м сезоне. Thank you.
тебя в команде Мигеля, в моей команде будет Лера Зубрилова. Третье место в финале сезона занимает Юля Гафарова. Вы обе сольные просто, вы были как сольные. Всю жизнь себя позиционируете как сольные. Как вам вдвоем в зале? Самые для меня сложные моменты — это... Когда я бью по столу вот так вот и говорю... Я жесткая. Малышка помягче, прямо она более такая лояльная. Я в этом плане, ну, экспрессивная дама. Я просто вижу и такая, понимаю, в какой момент да, нужно чуть-чуть... Типа... Ладно, сделаем, как скажешь, хорошо. С каким стрелоком пришли вы? Танцуете все? Там смесь бульдог с носорогом. Да. Жесткая. Все, все, что умеем. Все, встали, туда на каблуках. Хилс Дюсалей, вот так вот. И я вам желаю удачи и просто показать все, что вы хотели. И у меня нет в вас сомнений. Девочки, вы очаровательные. Как тебе выступление? Как тебе девочки? А как вот так вот взяли после детей сразу девочек? Я такой, типа, ты у тебя все получится. И тут... Эмоциональные качели это называется. Да, и вы меня качнули, если честно. Ну... Красивые женские тела, красиво танцуют. Что я могу сказать? Мне очень понравилось. Спасибо. Тебе понравилось? Мигелю понравилось? Вот я не скажу, что я прям фанат таких танцев, потому что там было намешано много чего, а все, что было намешано, не совсем было доделано. Но мне так нравится наша программа тем, что сюда можно прийти с любым результатом, и все будет зависеть только от того, с кем ты стоишь в паре. Не вас имею в виду, а ваших соперников. Поэтому мне очень интересно посмотреть, кто с вами выйдет. А станцевали вы хорошо. Спасибо. Девочки, спасибо. И я приглашаю следующий дуэт на эту сцену. Здравствуйте. Мои кошечки, здрасте. Привет, меня зовут Платонова Елена. Всем привет, меня зовут Алена Фокс. Я была во втором сезоне танцев в команде Мигеля. Я тоже из команды Мигеля была в четвертом сезоне. Я оставляю себя в команде
Саша Горошко. Ребят, просто сияйте, я с вами не прощаюсь. Мы еще увидимся. И вот я здесь и не одна. Я пригласила партнера пойти на проект. Она еще думала, сомневалась. Когда Алена написала, мой ответ был: ты серьезно, куда мне старухи? Вот серьезно, я так и ответила. Сколько вам лет? 30 лет исполнилось в этом году. 38 лет. Да, это 30 плюс. Для тех, кому за. Ну, раньше на проекте не было представительниц этого направления, поэтому мы пришли представить стиль High Heels. Я сама на каблуках около 20 лет. Я очень долго была хореографом и танцевала в клубах ночных. Я очень давно танцую на каблуках. Плюс 11 сейчас. Ну, короче, примерно 11 лет уже. Там был перерывчик, но, как говорится, мастерство не пропьешь. Предсказуемо, что мы в батле. Ну, сильный соперник. Достойный очень. Да, конечно. Я в какой-то период ездила, когда на классы обучалась. То есть для меня это были люди, у которых мне очень хотелось учиться. Мне кажется, мы очень разные по энергетике, очень разные по формату. Поэтому будет зрелищный батл. Уверена в этом. Нас сравнить сложно, потому что мы как две креветки с Кристиной. А они такие больше, у них подача дива. Вмещение себя на сцене и вот эта вот энергия у нас немножечко отличается. Ну, жаль, на самом деле, как-то. Мне кажется, у нас у обеих пар есть что показать дальше. Ну, в общем, ладно, вам решать. Алена Фокс, Лена Платонова. Девочки, я вас люблю. Спасибо большое. Я знаю, что Платонова – это машина. Фокс – тоже машина. И вот тут две машины взяли и станцевали нам вместе. Мне нравится, что в данном случае вам подходит, что вы не выкладываетесь на все 100%. Это не 100%? Нет, они могут намного сильнее. Я просто хочу, если красиво, то давайте хвалить. Так хвали, тебе некрасиво было. Я просто не могу понять нить вообще. Вы говорите... Я ничего не говорю, я молчу, что ты пристал. Это не 100%, это что? Я тебе сейчас говорю про недосказанность некую, понимаешь? Вот это круто, когда артист на сцене может себе позволить некую недосказанность. Вот, и за это как бы остается какая-то загадка, понимаешь? Что хочешь посмотреть еще, потому что этот артист может сделать намного больше. Пока Мигель оправдывается перед Азаматом, давай. Я скажу, что, девчонки, вы потрясающе выглядите. У вас очень красивые тела. Спасибо. Вам очень идет стиль, который вы выбрали. Это не пошло.
то, что делали вы, это вкусно. Наши вам комплименты. Если мужики уже спорят из-за вас, то это уже о многом говорит. Конечно. Спасибо огромное. Спасибо большое. Ну что, приглашаю ваших конкуренток. К решению. Начнем с Егора. Девчата, мне понравился и тот, и другой номер. В плане исполнения, наверное, у меня нету претензий ни к тем, ни к другим. Поэтому я буду голосовать, скорее всего, за постановку. Я буду голосовать за ту хореографию, которая мне показалась более провокационной. Несмотря на то, что и тот, и другой номер нес в себе провокацию и ничего, кроме провокации, в одном из этих двух номеров мне хореография понравилась чуть больше. Мой голос с вами. Азамат. Оба номера очень провокационные. И я, если честно, спровоцирован. Я проголосую за номер, который мне просто вот просто понравился чуть больше. Единогласно. Алена и Лена проходят в следующий тур. Следующий этап. У-ля-ля, очень хорошо. Ожидаемо для вас было? Ну, нет. Ну, если честно, я морально настраивалась, не смотрела номер, обязательно посмотрю. Но, зная девчат, знаю, что это была абсолютно точно какая-то сильная, достойная конкуренция. Приятного здесь мало, когда ты выходишь на сцену, вся нарядная такая, накрасная, в ботфортах лаковых, а тебя такие, сука, 3-0, бах, до свидания, домой. Конечно, это неприятно, но что? Это жизнь, жизнь-эксперимент. Пусть в таком этапе эксперимент неудачный. Дальше живем, дальше пробуем. Раз, два, три, начали! Шутки, которых точно нигде не было. Микель, ну так нельзя, ты даже танцуешь спустя рукава. Потому что каждая из них полная импровизация. Вчера я видела тебя с Глебом. Вчера я видела тебя с членом. Антон Шастун. Ну давай работай! Дмитрий Позов. Бери селедку! Арсений Попов. Заяк Макарёк! Сергей Матвиенко. И Павел Воля. Я здесь краш. Импровизация. Новый сезон. 30 октября. В 10 вечера. Премьера на ТНТ. Меня зовут Сакулина Елизавета, и я из города Ярославль. Для меня танец – это чувство свободы, где я могу раскрыться и я могу поделиться своими эмоциями. Каждый человек в экспериментале чувствует себя достаточно свободно, без рамок и без границ. Здесь я полностью раскрываюсь. У меня нет рамок, и я понимаю, что в данную секунду, в данный момент я могу проэкспериментировать на сцене. На самом деле, многие, даже профессиональные танцоры, боятся критики и стеснения, боятся показаться какими-то не такими. Я танцую очень давно, и мне нравится, я получаю удовольствие от того, что я передаю свои знания. У меня есть группа, она называется «Эмоциональный интеллект». Это психологический тренинг продолжающих танцоров, которым мы помогаем раскрыть свой потенциал. Этот тренинг направлен на то, чтобы мы вам помогли раскрываться, чтобы вы не боялись сцены, чтобы вы не боялись того, как вы выглядите сейчас на сцене, или не боялись того, как вы танцуете. Самый распространенный страх – то, что они считают, что они как-то не так двигаются. Все должны двигаться так, как они чувствуют, а не так, как им твердят. Правильно или неправильно? Эмоционально на данный момент я сейчас очень подготовленный человек. И я не чувствую сковывания в своих движениях. И я не чувствую критики, потому что я понимаю, для чего и зачем я это делаю прямо сейчас.
All I got is a feeling. Лиза, спасибо тебе за танец. Азамат? Был очень солнечным, мне кажется, этот танец, и какое-то такое тепло было. Может быть, это из-за костюма, но мне кажется, больше от того, что, ну, Лиза сама такой очень яркий, солнечный человек. Я хочу похвалить тебя за то, что ты способна преображаться. Превращаться вообще в другого человека на сцене, действительно вот такой солнечный и радостный, спокойный, умиротворенный. А потом вдруг этот образ кардинально поменялся. И это очень интересно. Спасибо большое. А за что хочу поругать, это за то, что ты из этого образа стала выскакивать где-то в серединке, что ты его не додержала. А что касается танца, вот мне, например, придраться не к чему. Мне кажется, что станцовано было классно, правда? Клево. Да. Да. Ну что, провожаем тебя под бурные аплодисменты. Спасибо. Она такая, какая-то такая обаятельная. Да. От нее свет как будто исходит, действительно. Ну что, посмотрим, кто там прячется за ширмой. Меня зовут Илиша, мне 20. С раннего детства я жила в Краснодарском крае. Я начала танцевать где-то года в 4-5. Меня отдали на бальные. Это единственное, что у нас там было. И потом начала заниматься сольно. И пришлось как-то самим выкручиваться. Начали искать залы для аренды с мамой. Очень сильно там все современное отрицалось. Вот, поэтому было тяжело. И потом вот как раз-таки появился гараж. Нашли доброго дядечку, который сдавал в аренду бетонный пол. Он был просто большой по размеру. Там стояла стиральная машинка, холодильник, вот и мы там танцевали. Тоже из-за нехватки средств пришлось там продавать машину просто, чтобы постелить линолеум, хотя бы не тренить на бетонном полу. Особенно, когда в носках. Очень тяжело. Что ты танцуешь? Авторскую хореографию. Ну, авторская хореография – это очень широкое понятие. Ну, поэтому и авторская. Я просто самоучка, прям жесткая. Я все сама отовсюду брала, из вот этого получилось. Я смотрела танцы на ТНТ прям вот с первого сезона. Начала видеть все как-то, пытаться для себя выяснять, чем что отличается, вот, ну, визуально, и потом как-то искала эту информацию, более подробно пыталась изучить, чтобы понимать хотя бы, ну, различия стилей танцевальных. Самоучка в 20 лет уже просто прошла, попала на проект, по-моему, это левел. Ты что, ты волнуешься? Почему? Да ну, непривычно это все. Я просто все время всегда была одна. Тут столько людей, проект. Ну, я очень серьезно отношусь, в принципе, к танцу, к себе, к тому, как я танцую. И вот, не знаю, как-то не нарабатывается никакого привыкания. Все время страшно, как первый раз. Я тебя вижу.
«Красный танец». Ты сколько этому училась? Это какой-то определенный стиль или нет? Потому что там много разных элементов, и по некоторым вещам я вообще не мог понять, что происходит. Это дико музыкально было. Спасибо. И еще ты это исполняешь круто. И расскажи, что это такое вообще? Я не знаю. Это просто твоя авторская хореография? Да. А, и сколько, как давно? Где ты вообще работала, не работала, танцевала, училась? Я самоучка, я все сама, отовсюду, откуда могла. Просто любишь танцевать? Да. Вау, это достойно аплодисментов, правда. Прикольно. Азамат, ты получил достаточно информации, чтобы подытожить. Я сейчас вообще никаких претензий к вам нет. Меня даже чуть шокировало, что ты не знаешь стиль. Нет, я типа... Илиша тоже не знает сейчас стиль. Сейчас свидетели рождения стиля. Вообще, это мы на родах стиля. Да. Вы танцевали как будто бы и не переживали вообще. Я думаю, что вам, ну... В хорошем смысле слова нет смысла переживать вообще перед тем, как вы танцуете. Вы потому что сразу забрали внимание всех, и мое в том числе. Это 100%. Мне кажется, вам имеет смысл переживать после того, как вы станцевали, потому что сейчас будет решение. Девочки, спасибо вам за ваши танцы. Таких два разных настроения и одно решение. К нему и перейдем. Сериал All Inclusive с актерским составом 5 звезд. Демис Карибидис, Павел Майков, Валя Карнавал, Арарат Кищан и Михаил Галустян. Здорово. Ты что здесь? На рыбалку приехал. Смотри, барабульку какую поймал. Черноморская. Отпуск. Новый сезон. С 31 октября. В 8 вечера. Давай, позвони, скажи, пусть улицу подметут. Мы едем, скажи. На ТНТ. Ну что, Азамат, начнем с тебя? Действительно, когда настолько оба выступления высоки в плане качества и вообще уровня, хочется как-то уметь более скрупулезно в этом разбираться. Но я этого делать, увы, не могу. Я снова говорю от себя, от того, как просто меня потянуло, что меня забрало, а что нет. Чуть больше мне понравилось выступление Элиши. Мигель. Лиза, ты же танцуешь давно, да, или нет? С 14 лет ты танцуешь. Но это было видно, потому что ты делала, как ты это делала. Меня чуть-чуть смущали некоторые моменты из-за того, что я понимал, что вот твой объем, он не до конца использован. И я понимаю, что ты можешь намного больше. Я понимал, что волнение всему виной. Элиша, ты у нас очень странный персонаж. Потому что... Ну, во-первых, ты очень круто двигаешься, у тебя способное тело. Видно то, что ты занимаешься танцами непрофессионально, и из-за этого, может быть, как раз и больше свободы в тебе. И одновременно с этим я не понимаю, что ты будешь делать дальше, если ты пройдешь. Не знаю, получится у тебя дальше или нет. И поскольку я Илише в этой ситуации мало доверяю, я думаю, что ты вполне возьмешь все в свои руки. Я согласна. Илиша проходит следующий тур. Надо проверить сейчас давление у меня и у Илиши. Да, и у меня тоже. Что чувствуешь? Ну, я в шоке. Почему? Ну, я не ожидала. Но это просто всегда было какой-то неосуществимой мечтой, пока я была
страницы. Вот, и я еще пока не все, наверное, поняла, не осознала. Ты просто прекрасная, я тебя поздравляю. Просто. Спасибо. Все, ты здесь. Мы называемся Besties. Основной наш стиль — это pole dance. Сольный, дуэтный пилон, он существует давно, и в России он на самом деле один из сильных. Командный менее развит. Мы самая первая команда, которая, наверное, появилась вообще в Москве. Первый состав и команда появилась 6 лет назад. У нас такая, получается, команда, она разновозрастная. Кате у нас 15 лет. А я начинала заниматься с Катиной мамой. Это мы вырежем! Обычно используется либо один или два пилона. А команда подразумевает под собой, ну вот, нас, допустим, 8. Доходило до 13 человек на сцене одновременно. Соответственно, необходимо построить не только трюки, но и хореографическую часть. Если с танцевальной частью здесь все понятно, нужно отработать, просто много-много раз повторить, то вот работа на снаряде именно синхронно, чтобы это было, это, конечно, достаточно такая очень сложная работа. Возможности того, что можно показать в pole dance, они безграничны. Это непаханное поле, где можно развиваться, где можно показывать что-то новое, что-то интересное, и поэтому этот проект, он достаточно интересен, в том числе в этом плане. Евгений, что случилось? Я как это, знаешь, вот только первый раз зашел в Диснейленд через главные ворота и не знаю, куда смотреть. У меня вот так вот было. У меня вот, честно говоря, тоже возникло такое. Там крутится, там это, тут синхрон. Блин, подождите, стоп, синхрон. Там, подождите, надо туда. Нет, синхрон. Вот так вот у меня состояние было такое, но это очень и очень сильно... Это любопытно. Любопытно, да. И оригинально. Оригинально. И даже можно сказать, что мы такого раньше не видели, наверное. Да. Как номер, действительно, Егор прав, мы такого никогда не видели, чтобы одновременно это было и как это, стрип-пластика, или что там, элементы фрейм-апа, и плюс еще и пилоша. И пилоша? Пилоша? Вот. Даже да, два пилоши. Поэтому спасибо вам большое на за то, что вы это впервые. Все да, сделали. Знаете, у меня друг советовал говорить, когда не знаешь, что сказать, там, не знаю, какому-нибудь режиссеру после его премьеры, ты говори, это мог сделать только ты.
Еще можешь говорить, у меня бы так не получилось. Вот, нет. Тоже работает. Что касается этого, у меня бы так не получилось, ребят. Но это очень красиво. Ну, мы учтем обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо вам. Сейчас сменим пластиночку немножко. Концерты, 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 концерт. Концерты, 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 концерты. Смотри концерты на ТНТ. 30 октября в 9 вечера. Премьера. Приглашаем вторую команду этого батла. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы Art Force Crew. Тот самый случай, когда я хочу начать так. Наконец-то вы пришли. Просто наконец-то. Ксюша, ты была в прошлом году? Да. Давай, прям ты скажешь, кто рядом с тобой сидит. Я? Ну, конечно. Это Артем Олегович Котов. Артем Олегович. Артем Олегович, да. Ваше творение? Нет, они просто тренируются. А так в целом, да. На самом деле, когда-то случилась команда, сначала маленькая, а потом вот случились все эти люди и случились все большие результаты. Выиграли мир, Европу по многим федерациям. Мы все шутки шутим про семью, но на самом деле мы каждый день прощаемся друг с другом до сегодня. Получается, мы все время проводим друг с другом. В целом мы безразлучно уже много лет. У нас в том году случился юбилейный отчетный концерт, посвященный нашему десятилетию. И чтобы все участники нашей студии смогли поместиться на сцене хотя бы как-нибудь, нам пришлось взять самый большой концертный зал, который есть в Москве. Поместились? Да, ну так, ну, можно. Ну, худо-бедно. Да. Как-то? Как-то произошло. На проекте хочется классно выступить, чтобы тот продукт, с которым мы пришли, прежде всего, понравился всем. Я думала, ты сейчас мне скажешь. Мы пришли победить. Ну да. А чё приходить? Если нужно фаер-шоу, мы готовы фаер-шоу. Летающие люди над площадкой, реально. Декорации, катающиеся бассейны. Мы все готовы сделать, знать бы что. А так как это творчество непредсказуемое, кому что зайдет, поэтому мы понимаем, что это дело случая порой бывает. Я супер рада, что вы здесь. И я прям вам желаю, чтобы у вас прошло все, как у вас обычно это проходит. По высшему классу. Up on the next shot. Shot for the next, for the
Но ощущение, как будто у вас всегда хорошее настроение. Я просто был удивлен, когда каждый раз раздвигалось, и каждый раз появлялся все новый и новый человек, как будто они там бесконечное количество. Но это круто, действительно, ребят. Мигель. Вообще все в лучших традициях командных больших выступлений Мегакрю. Поэтому мне все понравилось. Все клево, масштабно, эффектно. Пацаны и девчонки заряжены. Мне жалко было, что, конечно, человек, который трюки делал, постоянно убегал и прибегал куда-то, но не важно. А что он должен был сделать, как в лучшем варианте? Станцевать. Улететь? Я всего лишь 4 дня в этой команде. Да ладно! И уже руководитель коллектива. Подожди, тебя нашли в последний момент? Да. И сказали, так, где нам нужны трюки? Кто делает трюки? Кто? Ты? У нас там еще есть хороший трюк, который мне еще покажут в следующий тур. Отлично. Но это если вы останетесь сейчас, да? Если да, мы останемся. Егор, а у этой команды есть шанс остаться? Спасибо вам большое! Решение. Егор, начнем с тебя. Ну вот знаете, обычно мы все время сравниваем одну команду с другой командой, хвалим и тех, и других, потому что есть за что, правда. А я сейчас просто проголосую за ту команду, которая произвела на меня большее впечатление. Хотя бы потому, что эти танцовщики получают максимальное удовольствие от просто нахождения на сцене. Арт Форсе получает голос от Егора Дружинина. Мигель. Слушайте, но это будет очень быстрое решение. Я думаю, с Заматом мы здесь совпадем. Давай и на! Единогласно! Я вот сюда пришел и получил, во-первых, неимоверное впечатление. Вообще, эмоции меня сегодня просто набрался. И самое главное, мне безумно приятно, кроме шуток говорю, находиться вот с такими профессионалами, место, где я очень мало чего знаю. Даже больше скажу, меньше всего знаю про танцы. Но когда с такими ребятами, они во мне поселили такое желание теперь в этом разбираться. Азамат, спасибо тебе большое. Егор, Мигель, спасибо вам. Спасибо. Низкий поклон. Спасибо.
Спасибо, что пришла. Ну что же, это были новые танцы на ТНТ. Увидимся с вами ровно через неделю. Меня зовут Лиса Нутяшева. Пока-пока. Здравствуйте, я Маша Сафронова. Мне 16 лет. В субботу в новом выпуске. Я вице-чемпионка России. За 2 или за 3 месяца до соревнований, точно не помню, я упала с 3,5 метров с пилона головой в пол. Мне сказали, что у меня, если еще раз будет какое-то такое серьезное сотрясение, то я, скорее всего, начну терять память. Новые танцы. В субботу в 9 вечера. На ТНТ.